Всем большой привет! Начинаю влог с ванной комнаты. Процедуры. Все, что использую, вы видите. Это шампунь, маска, гелик, зубные пасты, маска для лица. Вот такая вот умывалка от Биокон. В принципе, неплохая, но больше повторять не буду. Так что. А сейчас идем завтракать. Быстро показываю покупки с магазина Сельпо без чека, потому что ездили вдвоем с отчимом, ездили на Лаврухина, и там чек один большой общий. Значит, мои покупки где-то на 1300 гривен. Что я купила? Туалетная бумага Зева в районе 55 гривен, по 26 гривен в акции бумажное полотенце. Вот такой вот гель для чистки унитазов, лей с солью. Вот такие вот по 19 гривен шли ватные диски, такой большой. Минеральная водичка. Бедра, горчичные сухарики, молодцы с сыром, очень вкусные отелики. Взяла себе шампунь, питательный коктейль. Вот такой вот. Дальше Рексону. Мужу взяла вот такой вот, господи, дезодорант Old Spice. И мыло Safeguard. Дальше вот такие вот хозяйственное мыло. Такие вкусные конфетки по 184 гривны на 42,69. Печенье юбилейное, булгур взяла. Мужу пиво безалкогольное. Вот такое мыло для рук, сумку бросит, дуру, обожаю этот запах. Пельмени маме на 600 грамм, очень вкусные. Птичкам колосок. Дальше... Очень вкусные помидоры черри от Горди, я уже говорила. Хлебушек. И вот, купила, значит, воли шеи по 24,55. Воли купила сердечки по 77 гривен. И купила на плов, хочу сделать плов с булгуром и печенкой по 67 гривен. 45 копеек печенка. Вот такие вот у меня покупки были на сегодня. Хочу похвастаться вам презентом от мужа, просто без каких-либо событий. Ну, впереди у меня много событий. Это и день рождения, и 8 марта. Это так, начало сюрпризов. Вот такое вот колечко. Это натуральный изумруд. Бразильский, вроде он сказал. И белое золото. Такая вот приятная неожиданность меня сегодня ждала. В Инстаграм я уже давно выложила. Решила вам похвастаться. Написано, что какой-то бразильский смарагд. Но камушек натуральный. Так что похвасталась вам. Ой, как всегда, очередные покупки с магазина Лоток. Нельзя ходить туда, когда тебе жарко, ты хочешь пить и есть. Молоко селянское. Щедрый дар, подсолнечное масло по 21 гривны, макароны чумак рожки, четвертушка украинского. Вот такие рулетики от Кулиничи появились. Я мужу взяла, чтобы на работу брал, с персиком и клубникой. Также булочки на работу, хлеб пушкаревский взяла, захотелось, кабачковой икре. Также взяла их помидорки Верес, масло яготинское, тут оно дорогое. Вот такой чай решила попробовать, черный, вкусный, с молоком. Я люблю чай с молоком. Вот такую новинку увидела. Это ананас манго с экстрактом перцу чили. Пить хотела, вот и схватила. Мужу на работу эти тит-гит. Сытные батончики. Также ему кофе на работу. Любимые сосиски сулугуни, лагерный кетчуп, горчица, майонез,
Дальше киви себе взяла на ужин пару штук. Потом плавленый сыр с винегаром, хрен, буряк. Ну, в принципе, бананы и ячневая каша. Все эти покупки мне обошлись 800 гривен. Стоп, где-то еще тут была, я видела, вылаживала. Сейчас хлеб упадет. Приправа еще взяла и печень трески, вот она. Буду делать на ужин пюрешки, салатик мужу. А себе одну у меня есть в запасе, оставила на завтрак. Опять по разным клеткам. Опять была драка. Опять он тоскует. Но смотрю, она что-то не очень-то тоскует. Поэтому такой вот у меня зоопарк. И показываю вкусный салатик. Очень быстро его можно завернуть в лаваш, положить тарталетку, намазать на хлеб, на гренку или просто вот съесть. Потому что это очень, конечно, дорого, но очень вкусно. Значит, салат с печенью треской. У меня вот такая, только аквамариновская. Если покупаете ВТБ, то неплохая делюкс. Но не сравнится с этой, поверьте. Три вареных яйца, свежий огурчик, зеленый лук, плавленый сыр. Лучше брать самый вкусный. И майонез. Порезали огурчик, лук и яйца. Сейчас натираем плавленый сыр. Плавленый сырок добавили, две баночки печени трески, вот такая вот она вкусная. И добавили чуть-чуть масла самой консервы. Сейчас это все перемешиваем. Можно заправлять майонезом, можно и так есть. Я чуть-чуть заправлю, так как муж будет есть вместе с картошечкой пюре, поэтому я думаю, будет ему так вкуснее. Сейчас все перемешаю. Вкуснейший салатик на быструю руку готов. На улице у нас плюс 12 на солнышке. Мы с Лолкой идем гулять. А всем вам желаем хорошего вечера и приятного аппетита. И чтобы все было хорошо. Всех целую, всех люблю. Всем большое спасибо за поддержку и пока-пока.